Привіт всім людям доброї волі, як завжди, по середах. Миколаївська обласна рада національних товариств представляє це розмову на тему. Ми працюємо в прямому ефірі, і у нас сьогодні в студії голова Болгайського культурно-просвітницького центру Тирнівка Анатолій Волчо, директор Тернівського будинку культури Юлія Любецька і учасник болгарського ансамблю «Чучулічки» Олег Хорєв. Друзья мои, здравствуйте. Позвольте поздравить вас с Новым годом, с Рождеством Христовым. И тема нашей сегодняшней беседы – это новогодние и рождественские праздники именно у болгар. Правильно, Анатолий? Да. Расскажите, пожалуйста, чем они отличаются от общепринятых празднеств и в чем изюминка? Ну, прежде чем начать о праздниках, я сделаю маленькую ремарку. Два слова о работе центра в общем. Мы работаем уже пятый год на ниве возрождения и популяризации болгарской культуры. И, конечно же, одним из главных направлений нашей работы – это возрождение народных традиций, обрядов, обычаев. Когда мы начали заниматься возрождением обрядов, не секрет, что многие обряды уже утеряны, некоторые, конечно же, многие обряды остались, но они в каких-то урезанных уже таких вариантах, или же они смешаны уже с русскими, украинскими какими-то элементами, то есть элементами других культур. Ассимилировались. Да, своего рода так, да. Поэтому, когда мы начали этим заниматься, мы увидели, что череда новогодних праздников, болгарских новогодних праздников, это немножко больше, чем то, что мы знали до этого, и представляли себе, открыли для себя много новых, интересных, красочных таких моментов, и, конечно же, захотели их воссоздавать. Это наша прямая задача. Вот ваша прямая задача возрождать традиции, болгарские традиции, потому что вы представляете именно болгарскую культуру. И, как выясняется, рождественско-новогодние или новогодние-рождественские традиции болгар, они на самом деле ярче, сочнее и красочнее, чем мы привыкли это видеть. Правильно, Юлия? Да, болгарские традиции, они действительно очень яркие, очень интересные. И мне хотелось бы сказать, что у нас в этом году большое такое приятное событие. Это то, что болгарское общество переехало теперь к нам в Терновский дом культуры. Они теперь базируются, их воскресная школа. Проводится каждое воскресенье занятие, поэтому я приглашаю всех желающих, кто хочет окунуться в этот болгарский колорит, кто хочет изучать язык и традиции, добро пожаловать к нам. И традиционно Сурва всегда проходит именно в Терновском доме культуры. Юлия, извините, что я вас перебиваю. Это Сурва, это что? Переведите, пожалуйста, для телезрителей. Сурва – это болгарский Новый год. Новый год в болгарских традициях. Это одно из самых-самых-самых ярких событий и праздников в этом году. Вообще в начале года, да. Это очень важно для всей Терновки. И я думаю, для всего города. Поэтому хотелось бы очень, чтобы Толя поскорее поделился со зрителями и пригласил на этот замечательный праздник, который мы, собственно, и готовим. Анатолий. Вернемся, да, вернемся к отличиям праздников наших, как вы говорите, изюминкам. Первое, конечно же, главное, ну, не может быть не главное, но тем не менее, то, что приходит в голову, это то, что болгарские... И Коледа, это Рождество Христово, и все остальные праздники идут со смещением по старому календарю, то есть на 13 дней. Коледу мы праздновали... По юлианскому календарю. Да, по юлианскому календарю. Коледу мы в этом году праздновали, ну, в общем-то, как каждый год, 24 на 25 декабря, как и католическое Рождество, хотя болгарская церковь, она православная, но, тем не менее, празднуется по старому календарю. Нет, она празднуется тогда по новому календарю, по григорианскому стилю. Хорошо, спорить не будем. Суть в том, что да, мы отпраздновали уже, конечно же, Коледу, отпраздновали на, в теренах, так сказать, в пенатах нашего родного Терновского дома культуры. Очень яркий, хороший праздник был. Дети представляли хорошую новогоднюю зимнюю сказку на болгарском языке. Вот у нас, кстати, есть фотографии. Может быть, мы посмотрим?
Давайте как посмотрим. Вы полагаете? Я хочу попросить нашего режиссера Татьяну Михайловну Колесниченко. Татьяна Михайловна, покажите нам, пожалуйста, фотографии о праздновании именно болгарской Коляды. Вот, господа, на ваших экранах дети, одетые в национальные костюмы. Анатолий, да? Да, мы ходим колядовать, щедровати, як українці кажуть. От тут ми можемо бачити маленькі епізоди, як ми в центрі нашого мікрорайону ходили, поздравляли людей з праздником, пили колядки болгарські. Дети, наш ансамбль болгарської пісні «Чучулички» знають повністю, вивчили. Слушайте, нігде снігу немає, а у вас в Терновці сніг лежить. Нічого собі. Це, да, ну, немного... ви болгари, круто живете. Це прошлогодні показали. Я хочу добавить, что у нас в Терновке чтутся традиции как и украинские, так и болгарские. И, наверное, это действительно изюминка, потому что люди с радостью встречают Коляду и болгарскую, и колядование украинское у нас буквально тоже 7 января прошли колядки украинские, колоритные. И действительно люди ждут и приглашают, и если по времени не успевают прийти артисты и совершить этот обряд, даже обиды, и нам приходится по несколько дней, и Анатолий тоже, у него детки маленькие, естественно, они много не могут охватить, и люди с радостью это ждут и записываются на следующий год, давайте еще, давайте к нам. В очередь. Потому что, да, потому что действительно это очень сильный обряд, дети, которые растут в этом, растут в традициях, понимают их, понимают каждое слово, они, естественно, вкладывают смысл, эмоции. И когда ребенок приходит и от своего сердца доброго, чистого желает добра и счастья, это действительно помогает, это действует. И уже годами, за все годы, пятилетия работы, действительно есть результат, люди понимают это, поэтому ждут и приглашают. И для нас это радостно, как для артистов, особенно для детей, потому что все это проходит очень весело. И Терновка живет, дышит. На самом деле очень интересно все происходит. Приезжайте к нам в Терновку. Обязательно. И тем более, что вот уже в субботу вы будете отмечать замечательный болгарский праздник Сурва. Это Новый год. Но мы будем тоже встречать 14 января. Это так называется он, Старый Новый год. И вообще сейчас идет такой светлый период святок, рождественских святок. И, конечно, этот ваш праздник Сурва, он приурочен тоже к этому светлому периоду святок, да, Анатолий? Да, как таковой праздник Сурва – это празднование Нового года. Сурва в переводе с болгарского языка, ну, это слово «сурово» есть такое в болгарском, это «сыро». То есть сырой, как бы незрелый, свежий, можно сказать, да, немножко интерпретировав, Новый год. Мы, конечно же, на этот праздник готовится в болгарских всех семьях, готовится праздничный стол, кухня, это наша долма, естественно, баница, блюдо, без которого такие большие праздники не обходятся, чисто новогодние. Конечно же, дети наши делают сурвачки. Я думаю, можно показать телезрителям. Кстати, друзья мои, у нас в студии есть сурвачка. Это совершенно таинственное дерево, которое несет в себе большую-большую тайну. Анатолий, расскажите. Это своего рода, да, изюминка этого праздника. Украинцев, я не видел, во всяком случае, такого обряда, ни у других славянских народов. Да, ну, конечно, вы единственный, Анатолий, ну, болгары единственные. Да, неповторимые, не забывайте. Ну, кто ж спорит. Смотрите, сурвачка сделается из кизилового дерева. Кизилово дерево в Болгарии – это самое дерево, которое раньше всех зацветает. Вы можете видеть цветы уже на этом дереве, оно уже зацвело. Мы ее срезали перед Новым годом. Дети в нашей школе, у нас есть школа болгарская, и детки на уроках творчества с нашим учителем Инной Стамат делают эти... И вот дети украсили, сурвачкой. Да? Вот, да, смотрите, делает... и деньги висят на ней, то есть это... Конечно же, да. Это, не лишнее этот, в наше время, да и никогда, наверное, этот не лишнее. Этот своеобразный оберег символизирует очень многие вещи. В первую очередь, конечно же, это достаток в семье, плодородие, монетки, которые вы видите на сурвачке. Они как раз это и показывают, то есть пожелание достатка финансово-экономического в семьях. Естественно, не обходится без кукурузы,
Куда же болгары без мамулей? Ну, конечно, без... Да, в обрядном, ну, понятно, что делалось когда-то, когда кукуруза была одним из основных продуктов питания болгар, и потому что горная местность, и там кукуруза у них лучше всего выращивалась. Естественно, яблоки, естественно, чеснок должен быть сушеный, вот вы видите, шиповник есть, грушки есть, там бублики, то есть колосья, пшеницы. Ну вот все, что чтобы под рукой, хорошо да? родило, да, чтобы был хороший урожай. Красный перец – это символ и пожелание, чтобы в доме была мужская сила. Ребята, в основном это парни. В Болгарии это все проводится на Новый год. Почему мы делаем на Старый Новый год? Потому что наши терновчане, ну у нас такая традиция. Мы когда переехали сюда в 1902 году, наши предки когда переехали, календарь еще был другой. Поэтому так, ну не знаю, наверное. Ну а знаю вас, что вы строго придерживаетесь традиции. Да, и у такой нас есть патриархальный... видеоматериал. Друзья мои, я бы хотела снова просить нашего режиссера. Татьяна Михайловна, покажите нам, пожалуйста, видеоматериал о праздновании праздника Сурвы. Давайте. Друзья, вы окунулись в эту праздничную атмосферу, а у нас есть еще один гость, который пока еще даже ни одного слова не молвил в нашем прямом эфире. Это Олег Хорев, участник болгарского ансамбля «Чучулички». Олег, ну молвите слово, чтобы телезрители уже услышали вас, такого колоритного, такого замечательного, но истинного сына болгарского народа. Ну, даже не знаю, что сказать. Ну, вы что-то приготовили ведь для наших телезрителей, правда? Ну, да, могу показать обряд. Конечно. Угу. Покажите, пожалуйста. Хорошо. Сурва, сурва година, весела година, гулям класна нива, червена яблука в градина, жилт мамул на леса, гулям гроз на лоза. Ну, и разнесите нам студию, ничего страшного, Олег. Это, ради праздника. Пилна кишта с деца, полні обрі з істока, дебила кисія з парі, і ви всічко до ті врві. Мед і восик попчеліти, руйно війна помазіти, на трості агнта в кошарі, едро жита по хамбарі. Живо, здраво, до година, до аміна. Боже, вот такой вот обряд. Боже, как здорово. Вы просто меня обсыпали вот и деньгами, и бубликами, и кукурузой. И что теперь? Ну, как жить после этого всего? Ну, в принципе, счастливо. Собирать все это.
Только счастлива. На самом деле сакральное значение сурвачки, и действительно при касании человеке, о человека все эти вещи магически начинают работать. И то стихотворение, да, «Калятку», которую сказал Олег. Это «Калятка» на болгарском языке, вы говорили, да, Олег? Он желал здоровья, он желал благополучия, много-много всего хорошего, и, собственно, что символизирует вот каждый из этих продуктов. Естественно, вся эта энергия была направлена на вас, поэтому следующий год однозначно будет чудесным. И все, кто желает тоже быть побитыми такими прекрасными сурвачками, мы всех приглашаем в субботу в 14:00 в Терновский дом культуры на замечательный праздник Сурва. Вас ждет много секретов. Я с разрешения Анатолия расскажу, что будет прекрасный конкурс банниц. Те люди, которые были на наших мероприятиях, знают, что банница – это наивкуснейшее лакомство болгарское. Оно бывает сладкое, оно бывает соленое. И конкурс будет, будет дегустация, будет лучшая хозяйка. И я хочу сказать, это действительно заманчиво, поверьте мне, такой вкуснотищи вы не найдете нигде. Это будут болгарский колорит, это будут интересные фотозоны, где будет показано содружество болгарской и украинской культуры, где будут символы. Весь Терновский дом культуры превратится в этот день абсолютно в такое вот болгарское традиционное место. Это будет замечательный концерт. И действительно надо понимать, что это традиция. Это не просто какое-то постановочное номера или что-то. Это действо, которое имеет свою энергию, энергетику, которая передается. Оно окутывает. Все, кто был у нас на праздниках, знают, что это волшебство. Оно просто действительно окутывает. И ты на это время попадаешь в Болгарию, попадаешь в какие-то прошлые века. И после этого мероприятия начинаешь задумываться о том, что действительно традиции народные, как болгарские, как украинские, любого народа, это важно. Без них не будет будущего. Мы это знаем, и мы хотим научить этому молодежь, людей, для того, чтобы все более серьезно относились и чтили наших предков, чтили культуру национальную и чтили традиции. Ну, кстати, о возрождении традиции, мне кажется, что здесь, в Терновке, болгарские традиции знают и чтут больше, чем в самой Болгарии, Анатолий, не так ли? Ну, отчасти... вы больше болгары, чем даже те болгары, которые живут отчасти, в Болгарии. Отчасти это так, нельзя, конечно, так сказать, я не могу так сказать. Ну что, давайте говорить это уже, будет самохвальство. Ну и что, а если это так и есть? Болгары в Болгарии, да, отчасти так считают, очень многие люди говорят, что вы здесь более болгары, чем мы остались, потому что все-таки, во-первых, поддерживаете традиции, обычаи, во-вторых, разговариваете еще на том старом, чистом языке, который здесь фактически 215 лет уже в этом году, Терновке 215 лет было. 215 лет уже законсервированный, ну, понятно, что да, что-то мы взяли от украинского и русского языка, но в то же время у нас остались такие слова, которые в современной Болгарии уже не говорят. И когда они слышат эти слова, они вспоминают там бабушек, своих дедушек, начинают некоторые люди плакать и говорить, ну, допустим, я вот выучил хорошо литературный язык, естественно, я стараюсь с ними говорить на их литературном языке, но они меня сами просят, говорят, разговаривай с нами на своем диалекте. Я хочу послушать именно этот язык, этот чистый, прикоснуться к этому роднику. Древний, да, Анатолий, древний язык, да? Ну, 215 лет, вот наш, мы здесь 1702 года, и наш-то язык не изменялся фактически. Вот как наши его предки привезли сюда, так он и варился в своем собственном соку, так сказать. Извне фактически мы ничего не взяли. Поэтому болгарский язык литературный, современный, очень далеко ушел от того, что сейчас называется в Терновке, да, болгарским языком, хотя он такое же имеет право на существование, как и ихний язык. То есть болгарский современный язык претерпел ряд изменений? Очень больших в основном. Да, понятно, что осталась основная лексическая база, все осталось. Если ты знаешь, допустим, наш диалект хорошо, то больших проблем в изучении литературного языка не будет. То есть построение предложений, фраз, все так же самое, только просто что добавляются какие-то новые слова. Такие, допустим, поезд, да, когда наши болгары сюда приехали, наши болгары не знали,
как будет, ну вообще, что такое поезд, да, и когда это слово появилось, то понятно, что мы взяли тут, какой я тут говорили, поезд, как взяли это русское, так взяли, или там стиральная машинка, или еще что-то. Она и в Африке стиральная машинка, ну, да? Ну, почти, да. Поэтому наш язык, конечно же, мы гордимся своим диалектом, у нас своеобразный очень диалект, уникальный, такого диалекта нет нигде, даже если взять ту же Украину, в которой во всей Украине более 80 населенных пунктов с компактно проживающим балгарским населением. В каждом селе есть свой диалект, каждое село гордится своим, конечно же, естественно, по праву диалектом, говорят, что наш единственный неповторимый, даже может быть лучший. Ну, в Терновке такой своеобразный, особенно если учесть, что мы здесь, если Одесская область и Запорожская, где большие скопления компактно живущих поселений болгарских, то Терновка единственное место компактно проживающей диаспоры в Николаевской области. И мы здесь фактически отрезаны от, и от бессарабцев, и от таврийских болгар, так называемых. Вы живете в, как бы в изоляции, да? Ну, так, своего рода, да, анклав. Поэтому болгары, когда слышат, что мы здесь одни, как бы, они, это их еще больше удивляет. Естественно, они рады этому и всегда добры души, помогают. Болгария нам, слава богу, помогает. И в тех же, в развитии, в воссоздании этих обрядов, если какая-то помощь нужна, у нас есть много друзей в Болгарии, всегда и проконсультируют, и организационно, и финансово помогают. Помощь различная есть, всегда рады нас видеть. Мы в Болгарию постоянно ездим, это, и, конечно же, и фестивали, и конкурсы, и тот же болгарский язык, традиции, история, культура, география. Каждый год мы возим группы, показываем детей, знакомим со своей исторической родиной, показываем. Болгария действительно красивая страна. Очень красивая страна, с огромным количеством археологических, исторических памяток. Там есть что посмотреть, как сами болгары говорят, на любом метре, где не копнешь, что-нибудь, какую-нибудь амфору какую-нибудь выкопаешь. Это, да, своего рода страна-загадка. Олег, а вы были в Болгарии? Да, в мае прошлого года ездили на фестиваль. Ладно. Копали что-то, амфоры находили? Там, ну, вот. Нет, накопать мы не успели. Времени не было, да? Да, времени не было. Ну, зато привезли кубок. Вы выиграли там кубок. Угу. А что вы представляли там? Мы представляли терновскую диаспору болгар. На том конце. На болгарском языке? Наш фольклор, да. Терновский, да. Да. Ну, было удачно. Надеемся, пригласят еще один раз в этом мае. Пригласят еще не раз, Олег, не переживай. Вам понравилась ваша историческая родина? Да, очень. Колоритно, весело, дружественно. Чего бы не поехать еще раз? Да, у детей появилось много там новых знакомых, друзей. У нас, соответственно, творческие какие-то новые контакты завязались. Мы вот с Терновским домом культуры фактически всегда это совместно делаем. Терновский дом культуры выставляет, скажем так, свою рать тоже творческую. Мы это, да, все вместе делаем, вокально-хореографические композиции, мы даем голоса, они дают движение. Таким образом, мы сотрудничаем плодотворно уже не первый год, продолжая развиваться, продолжая развивать болгарскую культуру. Терновскому ДК огромная, конечно, благодарность. Это началось еще при первом, не при первом, но при первом директоре ДК, который, ну, когда я пришел работать, была Лидия Теофильевна Кравченко. И так это продолжается, вот уже сейчас Юлия Николаевна на драгу сердце, как болгары говорят, подхватила эту эстафету. И болгарским языком владеете, Юлия Николаевна? Еще не совсем. Но... Я понимаю, но не говорю. Скажем так, я работаю над этим вопросом. На самом деле у нас очень много людей, которые разговаривают на болгарском языке. У нас сейчас счастливой волей судьбы не только болгарская школа в Терновском доме культуры, но и библиотека наша. И очень много литературы болгарской там есть. То есть любой желающий может познакомиться. У нас высококвалифицированные специалисты, которые в библиотеке, которые могут рассказать, показать, предоставить карту Болгарии. Все очень новое, современное, от самых-самых древних времен до сегодня, да, если можно так сказать. Поэтому у нас такая, знаете,
правильная коалиция, правильная группа. Удачное сочетание, когда сошлось все. Да, да, действительно, у нас каждый коллектив в Терновском доме культуры, естественно, большинство проживающих там это болгары. Мы не могли стоять в стороне, поэтому у нас и песни, и хореография, все есть, болгарский репертуар обязательно присутствует. Плюс многолетняя работа в союзе с БКПЦ Тырновкой, естественно, у нас много проектов интересных и, конечно же, поездок, фестивалей. Благодаря работе Анатолия у нас есть возможность вывозить детей за границу, в Болгарию, знакомить их с очень интересными местами. И не только тех детей, которые болгары, да, по национальности, но и наших деток, знакомить их с культурой. Это обмен культурным каким-то опытом и знакомство. Это все очень-очень интересно. И мы, конечно же, в мае поедем на фестиваль. И мы стараемся еще попасть на фестиваль, который проводится летом на берегу прекрасного Черного моря. Мы так ездили несколько лет назад. Это было сочетание и такого творческого подъема, творческого взрыва и замечательного летнего отдыха. Но об этом уже будет наш следующий рассказ. Друзья мои, я вам очень благодарна за то, что вы пришли сегодня. Телезрители, вот меня исхлестали с урбачкой, но я – это вы, потому что я представляю вас. Поэтому и для вас этот наступивший 2018 год обязательно будет счастливым. Попробуйте только не быть счастливыми. А у нас сьогодні в студії були голова Болгарського культурно-просвітницького центру Тирнівка Анатолій Волча, директор Тирнівського будинку культури Юлія Любецька і учасник болгарського ансамблю «Чучулички» Олег Хорів. Друзі, з Різдвом вас, з наступаючим старим новим роком. Це була розмова на тему «На все добре».